теперь выглядит с новой прошивкой Discover Pro второй генерации. Нету теперь уровня приема сигнала, есть теперь глобус стриже. Как только регистрация в Карнет проходит, соответственно, глобус становится активным, рядом появляется значочек 3G, и все в порядке. Ну, по менюшкам там кое-что есть, какие-то изменения. Вот у нас здесь появился Volkswagen Media Control, климатизация появилась, ее не было раньше. Вот такие моменты. А так как у меня автомобиль 17 модельного года, у меня климатроник с функцией ARK, ну, соответственно, все это работает, можно даже посмотреть анимацию. Ну, это так называемое, как клапан приточного воздуха, начинает работать вентилятор, тем самым многократно пропуская через фильтр салона воздух туда-назад. Ну, это было еще придумано, наверное, намного ранее, было это в офисных климатических системах, для того, чтобы люди меньше уставали, воздух все время очищался, ну, многократно. Вот то же самое сейчас придумали в автомобилях, эту систему ARK. Ну, как бы вот так это все выглядит. Ну, что у нас тут еще? Давайте посмотрим. Ну, в принципе, все остальное то же самое. То есть это абсолютно новая прошивка. Если посмотреть информацию о системе, это 1153. Ну, понятно, что навигационные карты у меня новые, но все ясно. Так что вот так. Наш Google. Спасибо за внимание.